святый, кого я вижу? Эй, вы, ботаны, я же вам велел держаться подальше от этих мест. Да ладно вам, ребята. Космос большой, всем мусора хватит. А мне надо экспедицию как-то финансировать. А меня это не трогает сейчас. Космос у тебя большой, вот иду и в другую часть вселенной. Тут наши места. Ладно, ладно, уже уходим. Нет. Сперва ты выкинешь все, что тут насобирал. Потом мы еще, думаю, прошмонаем твое корыто. Мало ли что ты там припрятал. Ну это уже слишком. А ну пошли отсюда, шмагодявки чертовы! Чем вы тут нарвались, ботаны? Чувствую, мусора сегодня у нас будет, хоть отбавляй, батюшки святые! Всем привет, с вами Зонг. И мы видим, что нашего героя неприятности продолжают преследовать. Кстати, между неприятностями еще одни новости Конфедерации. Как я и сказал, вселенная такая большая. Он даже успел написать что-то в дневнике. Но почты явно быть не должно. Да и досье у нас, по-моему, уже больше пополняться не будет. Лейтенант Тройкин! Лейтенант Тройкин, проснитесь! А что, где? Рика, это ты? Это Таис. Извините, что пришлось вас разбудить. Нам нужна ваша помощь, как военного. Что случилось? Космические мусорщики, бандиты! Они атакуют наш корабль. Витя отбивается из турели, но он плохой стрелок. Ах, вот оно что. Ничего, сейчас я мигом всех бандитов разгоню. Где эта ваша турель? Спасибо. Пойдемте, я вас отведу. Все-таки это хорошо, что вы нам повстречались. Наверное, наша турель уже совсем устарела по нынешним меркам. Но работает она хорошо. Один раз мы из нее даже метеорит сбили. Да? Правда? Правда, правда. Кстати, насчет патронов не волнуйся. А можно я вас на «ты» буду называть? Конечно, Таис. Честно говоря, я бы не назвал эту пушку какой-то устаревшей. Стреляй! Бэм, постарайтесь все время держать корабль турели в сторону врагов, чтобы я их видел. Понял, постараюсь. Жара надает еще тот. Ай, нас сейчас подобьют! Бэм, Виктор, давайте правее. Сейчас сниму этих наглецов. Видали, как она их рвет просто в клочья? Не уйдут. По опыту знаю. Берт, Виктор, смотрите в оба, не дайте им зайти с незащищенной стороны. Хорошо, Мэтт, мы будем начеку.
Фу, небольшая передышка. Мэтт, ты часто участвовал в боях? Расскажи мне про свою службу. Я? Ну, это не очень интересно. А все же? Да что рассказывать. Сколько себя помню, всегда был летчиком-истребителем. Разные хитрые задания, невыполнимые миссии. Пиф-паф, бжж. Мэтт, они атакуют! Вижу. Поворачивай корабль. Поворачивай. Ой, ящик-то, мать. Быстрее наш локант не может. Вот черт. Да, в общем-то, я их всего и пощелкал. Неплохо справляетесь, лейтенант. Вижу, есть еще хорошие вояки в нашей конфедератской армии. Значит, сможем обратить натиск врага. Вот мрази. Да где же они? Левее. Ага, вижу. Ага. Соотечественник. Отличная работа. Да, великолепно. Теперь тут мусора на довольно-таки кругленькую сумму. Думаю, месяца два сможем жить по-человечески. Высший класс. Можно тебя поцеловать, Мэтт? Да не вопрос. Мы вам весьма благодарны, Мэтт. Называй меня на «ты». Все-таки уже и воевали вместе. Да, разумеется. Так вот, Мэтт, осмелюсь предложить вам, тебе, одну очень интересную работу. Но, понимаете ли, я не очень силен в науках. Нет, нет, работа гораздо более интересная. Дело в том, что мы, возможно, стоим на пороге научного открытия. Эпохального, грандиозного открытия. Да, можно и так сказать. В любом случае, это открытие будет ценно и для науки, и для кармана. С чего бы начать, да? Мэтт, ты слышал что-нибудь о космических осах? А, это шутка? Какие еще осы? Понятно. Нет, это не шутка. Космическими осами мы называем особого рода аномальные зоны, наблюдаемые всего в нескольких секторах нашей галактики. Чего только не говорили про них. Что это особая форма жизни, вот откуда появилось слово «осы». И что это дрейфующие артефакты пришельцев, и что это визуально наблюдаемые антропийные выбросы или даже дыры во времени. Ага. Витя, оставь свои сказки для внуков. Мэтт, это все не более чем гипотезы. Наша экспедиция давно изучает этих самых ос, и мы разработали собственную теорию на их счет. Виктор и Таис считают, что эти зоны как-то связаны с гипером, гиперпространством, то есть. Что это вроде как его ответная реакция на вторжение земных кораблей. Противодействие, Мэтт, понимаешь? И этих ос становится тем больше, чем больше кораблей протыкают пространство гипердвижками. Кажется, понимаю. А самое главное вот что. На основе нашей теории Таис разработала методику расчета, позволяющую предугадать место появления ос. Отличная методика. С ее помощью мы дважды практически вплотную подбирались к аномальным зонам. Если бы не эта чертова нехватка финансов, то мы бы уже раскусили этот орешек. Купались бы в деньгах и славе. Не в деньгах, а в славе дело, Берт. Но, возможно, детальное исследование природы ос в корне перевернет наше представление о гиперпространстве. Это будет прорыв в науке, новые горизонты и все такое. Да, но я-то тут при чем? Ах, Мэтт, все просто. Сейчас мы тебе все объясним. И они таки объяснят. А мы будем следить за приключениями нашего героя дальше.